Теперь к событиям на Украине. Антиправительственные протесты в Киеве и его пригородах сегодня вылились в новые стычки с милицией и спецназом. Около 200 сторонников евроинтеграции сегодня на 55-й день Евромайдана заблокировали участок автотрассы, ведущий в Киев из Межигорья, поселка, где расположена резиденция президента Виктора Януковича. Основное требование протестующих – прекратить перекрывать движение всякий раз, когда Янукович перемещается по Киеву со своим кортежем охраны. Другая группа критиков власти, включающая в себя участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, скандируя фразу «банду прочь», сцепилась со стражами порядка возле здания украинского парламента в центре Киева. Милиция не подпустила протестующих к Верховной Раде. При этом в мелких потасовках пострадали представители обеих сторон конфликта. Цель нашего протеста – не дать автоколонне Януковича въехать в Киев, дать ему понять, что требуем мы, чего требуют все протестующие на Майдане. Ему пора понять, что в своем роскошном кортеже по Киеву он больше ездить не будет. Пусть передвигается, как все киевляне, как все обычные граждане. Мы требуем, чтобы уменьшили сейчас расходы на содержание СБУ, спецподразделов милиции, прокуратуры и направили эти средства на наших чернобыльцев, на народ Украины.